я ей показываю. Фактически. И она говорит, и поднимаюсь на светлую гору. Коллапс? Коллапс. Речевой буквально. Причем она пришла на следующий раз и говорит, я с ума, я купила. Она доктор наук, между прочим. Да, она проректор. Да, то есть вот эти игрушки какие-то, она серьезный человек, она изучала. Ректоры тоже плачут. Да, она изучала, изучает науку до сих пор, да. И она говорит, вот эта ваша штука со светлой горкой. Я пришла домой, я на него посмотрела, я вспомнила вас, как вы говорили, и я поднимаюсь на светлую гору. Это вопрос, я пришел, увидел ее или увидела. Я говорю, я просто обалдела. Я это использую теперь. Мало того, она говорит, я это использую не только в этом контексте. То есть мы нашли просто коллапс, мы взяли противоположность. В данном случае семантически использовали два ее параметра. Субмодальных параметров. Субмодальных параметров, которые услышали в речи. Все очень просто. Скажите, а слова, это тоже же якоря? Да. Вы же понимаете это, да? Это неважно получается. Это вообще даже смыслы некие, да? Вот мы говорим что-то, и это вызывает в нас целый комплекс эмоций. Или, например, вот лимон. Да, лимон. Это я еще не сказала, порежьте его, посмотрите, как брызжет этот сок. Скоро у всех сработало. Это фактически то, с чем я вас поздравляю. Вы этим отличаетесь от животных. У вас есть от животных, у вас есть вторая сигнальная система, как выяснил Изобрел. Вторая сигнальная система, то есть слова. Слова вызывают у вас некие образы, и эти образы являются для вас якорем. Животное чем отличается? Если ты животному да, предложишь какое-то действие, то невербалику, допустим. Да? Оно, ну как, по крайней мере, ученые говорят об этом. Оно не может представить, оно, да, у него нет воображения, оно сразу реагирует, стимул реакция. Поэтому говорить с волнистым попугайчиком, рассказывать ему истории какие-то, да, ну, не имеет смысла. То, что он повторяет, для него просто стимул реакция, он просто воспроизводит то же самое. Он не знает, что такое попка дурак. Поэтому говорит это так здорово. Задорно так. С таким удовольствием. Почему? Потому что однажды вы за попка дурак дали ему что? Печенька. А печенька. Вот и все. Вы этим отличаетесь, вы другие, вы, для вас есть слова. Ладно. И для вас слово – это якорь. И для кого-то, не знаю, там, Таня, вот в чьих-то устах, Таня – это мощнейший якорь. Скажи ему, а ты Таню видел давно? Угу. Да? И он скажет, да нет, нормально, видел недавно. Просто нужно произнести слово Таня. Четыре звука. И это мощнейший якорь. А для кого-то собственное имя, и мы сейчас это видели с Таней, тоже является неплохим якорем на ресурс. Помните об этом. Помните о том, что ваши слова, произнесенные вами для кого-то, это очень-очень сильный якорь. Потому что если наложено на какое-то состояние, все. Знаете, да, вот эти вот штуки? Ну такие как-то, ах ты гадость, а какая ж ты гадость все-таки. Да? И вроде бы содержание негативное, а он сидит и ждет. Когда же ты опять ему это скажешь? Да? Это просто якорь. Каждое ваше слово это я. Угу. Ну что? Что еще можно делать с якорями? Что еще можно делать с якорями? Забирать и отдавать. Отдай мой якорь. Да. Спроси, можно? Да. А вот, допустим, кроме вот, ну вот, там, трогает, допустим, допустим, какие-то вот движения, вот, допустим, раздумывает, допустим, там, подергать себя, а потом на расстоянии это можно использовать, допустим, чтобы вот ты не был рядом, а где-то там, допустим, ну вот, если подергал, а человек на тебя смотрит, допустим, и у него что-то... Какой правильный? По телевизору. Скажите, какой? Пробовать. Пробовать, это, безусловно, правильно. Наверное, да. Если вы попадаете в поле зрения вашего поля. И ваше движение уникально. В смысле, не то, что вы все время себя не будете за вот, допустим, при разговоре, там, как бы изначально ты там себя подергал и ушел. Но потом через момент, вот, допустим, какое. Прямо так можно сразу проиграть. Просто интересно. Можно вопрос, ну, как бы вопрос, который касается и этого вопроса. Вы когда
американский звучит гимн, и все они кладут руку, руку на сердце. Это соотносится с моментом, о котором Вика говорит, что это же тоже влияние якобы. Конечно. Ну, тут, на расстоянии вызывать у всей нации экстаз. Первый якорь – это звук, да, это гимн. И второй якорь – жест. Вот да, а второй якорь – жест. Даже если не будет звука, и будет вот этот жест, соответственно, люди… Хочешь, американец стал учителем, да? Я вот знаю простой ответ. Если я еду на дороге, а где-то там вдалеке что-то отблескивает на дороге… Уже гаишник. У меня очень четкий якорь. У меня там всего две награды. Да, я на одну из них начинаю нажимать иногда. На вас. Чтобы быстро проскочить мигание. Чтобы его зашкалил. Якорь, якорь. Иногда и так. Однажды пришлось. Помогло. То есть я для меня это совершенно точно нет. Когда я, допустим, служил, для меня совершенно точно было якорем где-то какой-то цвет. Да, вот китель офицера, да, и там сержант или рядового отличается по цвету. Я замечал это издалека, вот там вот. Ну, как бы небольшая там честь, прийти отдать честь. Ну, лучше там не ходить, рядом с кем-то, там честь нужно отдавать. А то еще окажется, что не так отдаешь чуть-чуть. Поэтому якорь, все зависит от чего? От силы. То же самое может касаться звука. Мы проверяли, у нас есть колокольчик в электронном виде, у нас и все. Как записи. Картон был один колокольчик на всех, да? Сейчас стало два. Но колокольчик есть у всех в электронном варианте. И ты иногда забываешь громкость включить на полную. И так нажимаешь, он так тихо. Смотришь, а группа так. И пошла. И очень многие просто даже не отследили, не осознали это. Что произошло? Они просто включились и пошли. Якость сработала. А всякий раз это можно проверить, как это работает. Все зависит от сил. И от того, что именно в этом якоре сработало. Понятно, да? Пример с отблескиванием. Это может быть дорожный работник. Это может быть какой-то мальчишка, у которого отблескивает куртка. Таких курток полно. Может быть ребенок, которым, слава богу, придумали такие куртки. Все его можно увидеть издалека. Тормоза уже нужны. Но стимул реакции уже работает. Понятно, да? А какой-нибудь из этих якорей является самым сильным, допустим? Какой-нибудь из этих признаков? Визуально, аудиально, спорный вопрос. Так уже же отвечали. Да, но мы, по-моему, сказали потом, что браке нравится как бы сборные вещи. Во-первых, они все сборные, во-вторых, нет, есть уникальные якоря. Есть какие-то, допустим, мелодии, да? Аудиальный якорь из какого-нибудь, сопровождавший какое-то событие. Влюбленные часто говорят, наша мелодия, знаете же. Когда Мишку провожали. А по телевизору, только играть «Лебединое озеро» — это лучше. Для кого-то сильный якорь — это кинестетика. Вот она там прикоснулась как-то его. И это оказалось самым сильным и мощным якорем. Да, для кого-то вот иногда приходится работать там с какими-то там, сексуальными проблемами. И кто-то говорит, вот для меня якорь, это когда он и когда она меня берет вот тут где-то внизу. И этот якорь оказывается неспецифическим. Потому что если появляется новый партнер и берет вот там же, и это самый мощный якорь. Почему? Потому что однажды, в юности, в ранней, да, там, в отрочестве, у кого кто тогда начал. Кто-то так прикоснулся. А для него это была просто икона. Вот она для него занимала весь мир. Ну, никого не помнила, а весь мир. И она так сделала. Пипец. Все. И потом человек живет с этим, живет, и для него нужно только одно. Чтобы его партнер активировал этот якорь. Все. Все очень просто. Вот это о том, какие якоря сильнее, какие-то сильнее. А как вот, допустим, мне сразу с аудиальным как бы, ассоциировали с похорами. То есть сразу музыка, люди кричат против него, как будто бы невозможно бороться, сразу же плохое настроение. Точно так же создаешь какой-нибудь позитивный якорь и... Скажу так, вот у нас есть повторник якоря, и там еще дополнительная работа с якорями. То, что ну просто физически не влазит в ступень. Вот там еще будут три дополнительных часа, которые посвящены только якорям. Давайте о том, что еще можно делать с якорями. Коллапс мы уже сказали, да?
Как вы думаете, что еще можно якорь передавать человеку? Это понятно, да? Передача якоря. Давайте мы продемонстрируем, да, наверное? Да. Нет, дайте нам не продемонстрировать. Нет, ты нам. Хорошо, тогда подставь. Если себя такой ведомый, ты манипулируешь, мы всегда я сейчас попрошу Лену вспомнить что-нибудь такое ресурсное, что-нибудь такое, что ей очень нравится. И попрошу ее сделать так. Подумай прямо сейчас. Ты стоя будешь что-то? Mm-hmm. Стоя, хорошо. Думай об этом. А сейчас я предложу Лене, в тот момент, когда я буду активизировать у нее этот якорь, пусть она совершит некое действие, которое она может совершить самостоятельно без меня, в любой момент времени, для нее удобным способом, для того, чтобы обновить это состояние, воспроизвести это состояние. Потому что вот там, так как Рома меня заякорил, я совершенно точно не в состоянии прикоснуться. Ну это для того, чтобы быть заменимым, понятно. Готово? Да. Готово также ресурсно об этом подумать. И потом я убрал это. А Лена уже воспользовалась мной. Да, совершенно точно. Теперь я могу предложить два варианта. Смотрите, я теперь активизирую свой якорь и сделаю это так. Причем я честно воспроизведу и эмоции, да, скажу, подумай, ресурсно или ресурсно об этом. Да. Хорошо, великолепно. А теперь Лена сделает то же самое, но теперь без моего участия. Вот таким образом воспроизводя этот якорь. Понятно? Понятно. То есть произошла передача якоря. Кстати, замечайте. Бывает, что вы делаете так. Вы приблизились к партнеру, вы поставили, якорь можно и так ставить тоже, да. Хотя ты прав. Вы ставите ему якорь, а он в этот момент берет и чешет нос. И что он делает в этот момент? Он переякоривает себя. И тогда вы знаете, что вы теперь управляете ее. Ставите ему якорь сюда, а он не заводится. Поломался, что такое? А ну нос почешись. Да, а ему просто нужно нос почесать. Поэтому обращайте внимание, когда... Да, совершенно верно. Когда вы ставите якорь, что делает ваш партнер? Обращайте на это внимание. Поэтому, поэтому очень часто мы, когда работаем в упражнениях, мы просим, не скрещивайте руки, ноги и так далее. Мы сейчас не работаем, тем не менее, да. Потому что что вы делаете этим образом? Вы же себе якорите какую-то позу, да? И в другой момент, когда вы будете сидеть иначе и активируете свой якорь, вполне возможно, он не сработает с такой интенсивностью или просто не воспроизведется. Да. То есть получается, если я чувствую, что меня хотят заякорить, да, то есть мне нужно что-то сделать, да, чтобы, или это непроизвольно должно произойти? Задай вопрос так, чтобы я понял. Ну, например, там по поводу экологичности, да? То есть разные же бывают меня, во-первых, наверное, да? К сожалению, да. Как и люди вообще. Да. То есть в какой-то ситуации я почувствовал, что меня пытаются заякорить. Да. Я бы не хотел. Ага. Вот. Я, допустим, вижу, что меня хотят заякорить, и я, допустим, ставлю какой-то себе свой якорь. Собственно. Это сработает? А что тогда сработает? Ну, не будет ли работать потом их якорь на мне? Ну, как минимум, если одновременно это происходит, да, то происходит коллапс. Все. Ну, спасибо. У меня, допустим, есть доступ свой к своему ресурсному якорю. Я решил однажды, что руки могут быть заняты чем угодно. Как же мне сделать так, чтобы поставить себе якорь на ресурсное состояние, а руки вы свободны, да? И я придумал, ничего другого не придумал, как прикусывать себе слегка язык, вот это справа, да? У меня меняется состояние. Я могу в этот момент руками делать что угодно. Но это мой доступ к этому состоянию. Причем я его периодически подновляю. Ну вот. Все попробовали. Да. Вспоминаю, я нахожусь в каком-нибудь состоянии ресурсном, не просто вспоминаю его еще, да, а нахожусь в нем. Ну вот как Снежана сейчас, она
находится в каком-то ресурсном состоянии, да, и пока она в нем находится, она может поставить себе, она, кстати, это уже сделала, прямо сейчас, если я сейчас еще раз попрошу Жанну сделать вот так вот, да, да, то у нее будет вот еще какое-нибудь состояние. Я подновляю его. Почему? Потому что якорь имеет тенденцию, что делать? Затухать. И стираться. И стираться. Я его подновляю всякий раз, когда я правда в ресурсном состоянии. Что мы еще можем делать? Кроме передачи. Ну, пофантазируйте. Скажите. Сколько первых передач, если я могу сам себе изначально этот якорь поставить? Ну, зачем? Правильно. Через какой? Ну, вот. Нет, вот первая передача, то есть если ставит человек меня, а я тем временем якорю. Очень простой у меня есть ответ. Я могу заметить, что ты в этом состоянии сейчас супер-пупер классный, а ты не отслеживаешь. Это твое сознание занято чем-то другим. То есть если человек более опытный, просто берет... Не обязательно более опытный. Но я имею в виду наблюдатель. Да, да. Опять же, вот даже всякие техники, где работа со своими собственными там состояниями, и клиенту лучше просто войти в него и расслабиться, ну то есть пережить это состояние полностью. Если он еще будет думать о том, что он себя где-то должен заякорить, это усложняет процесс и разбивает его состояние. Нет, спасибо. Павел, был какой-то вопрос? Да, нет, это был ответ. Хорошо, спасибо. Ощущение какое-то заякорить себе. Да. Смотрите, а что будет, если взять и в одно место поставить несколько якорей одного знака? Ну, вот, скажем, с плюсом. Позитивно. Который будет сильнее, тот на одном будет действовать. Еще какие варианты? В комплексе будут работать. Все сразу. Это называется стопка якорей. Да? Мы берем позитивные состояния из разных контекстов. Да? И эти позитивные состояния просто суммируются. И это работает, кстати, я это использовал, вы заметили, да, слегка, когда мы с Викой работали. И попросил ее вспомнить еще о чем-то. Когда мы, кстати, занимались передачей якоря с Леной, я не удовлетворился ее состоянием вначале, мне захотелось больше. Ну, как обычно. А если, допустим, вот минус какой-то громадный, мы не можем найти один плюс, мы можем сделать несколько плюсов, чтобы... Да, именно для этого мы используем стопку якорей. Мы можем туда добавить, вот вспомни, когда ты был такой веселый, ресурсный, да, а вспомни, когда ты был уверенный, а вспомни, когда вот все, что нужно человеку, из одной полярности, то есть это какие-то очень классные состояния. Мы это все в стопочку складываем, и у нас получается большой-большой плюс. Потом на язык. Знаешь уже, что делать, молодец. Не так можно. Так, по подсказанным ходам не ходи, это фирменный я. Хорошо. Да. Что еще можно? Что еще? Если нам нужно какое-то состояние, например, уверенность, и мы хотим, и человек не может вспомнить, когда он был вот так уверен в каком-то одном контексте, что мы можем сделать? Мы можем попросить из разных контекстов, да. Вот когда я завязываю шнурки, я мега уверен. Отлично, я пойду, да? А вот еще, а почему нет? Это очень уверенное состояние, я знаю, как это делается, и я это сделала. После пьянки домой, дошел? Дошел, ну там я не пойму, что мы за якорем тогда. Слава Богу. То есть вот это, состояние, да, дошел, уверенность. Мы набираем из разных контекстов одно и то же состояние, например, уверенность, или спокойствие, или там какой-то ресурс, и складываем их, якорем их в одно место. Это называется интеграция якорей. Понятно? Соберем, да? Да, да. Как прогресс его усилили. Не по очереди. Сейчас мы дойдем, да? Дойдем. Делается по очереди, то есть не... Да, это делается по очереди. Чем это отличается от стопки? Интеграция – это... Ну, давай покажем на руке. На руке? Ну, оно же в одно место складывается. Ну, скажем так, почти в одно место. Мы можем сложить это в одно место, но можно сделать... Если быть точнее, они воспроизводятся одновременно, а ставятся в близкие места. Mm-hmm. Ну, вот пример такой. Я хочу быть уверенным. Отлично. Mm-hmm. И Лена у меня спрашивает, что для тебя уверенность? Ну, уверенность какое-то такое, или там вдохновение. И я могу сказать, что для меня вдохновение – это свобода. Это расслабленность,
да, и она может мне ставить еще один якорь. Сразу же. Сразу же тут, да. А могу просто вначале пока просто взять их на перечисление, да, вот что это для него. Да. И, например, активность. Активность. Угу. Вот таким образом. А теперь я хотел бы получить все это. Все вместе. Да? Вспомни, когда ты был свободен, когда ты чувствовал свободу. Пошли. Угу.